Поясните, каким образом поступали с рабами, утратившими трудоспособность? Речь идет о стойкой утрате труда в результате травмы или старческой немощности. Но опять же, это же все решалось в индивидуальном порядке. Если это патриархальное рабство, там, у тебя там 15 рабов, один любимый какой-нибудь там хаус-нигер уже не может работать, но его просто кормить будут, он будет детям там песни петь, сказки рассказывать, то есть как-то применят. Если трудники, там тебя просто перестанут кормить, и ты сдохнешь, все. Кстати говоря, как возможно и на большой латифундии. Ты вообще не сможешь работать, тебя просто кормить перестают, и на этом, собственно, твоя жизнь заканчивается в течение 3 дней.